15 чиновников в возрасте до 30 лет. Все они представляют различные департаменты, управления, отделы районов области и города Актобе. Сегодня им предстояло отстоять звание лучшего. В здании конгресс-холла имени Досжановы прошел заключительный третий этап конкурса среди молодых госслужащих. Стоит отметить, что в первом туре число участников достигало 73, а в финал прошла лишь пятая часть. В рамках празднования Дня государственного служащего 23 июня в области проводится областной конкурс среди молодых государственнослужащих в возрасте до 30 лет. Цель данного конкурса является повышение имиджа государственной службы, привлечение на госслужбу молодых специалистов. В данном, значит, конкурсе на сегодняшний день участвует 15 конкурсантов из разных государственных органов, как и с областного центра, так и районного, получается, звена. Согласно положению конкурса, в первом туре участники писали эссе. В финальном презентовали себя, прошли блиц-опрос на знание законов республики и представили маленький видеофильм «Один день из жизни госслужащего». Туған жерім, темірім, құтты мекен, құт дарыған жазира даласы кен, ертай ақын сөз жазып жыр қалдырған, Киреевті тудырған бақытты өлкен. На государственной службе в области на сегодня состоит 4744 человек. Около 30% из них – представители молодого поколения. Двое из них в эти дни проходят отбор на республиканский конкурс «Лучший молодой госслужащий 2017». Это чиновник из Байганинского района и представитель областного управления по развитию языков. Асель Кинжалина, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».